ученики! Физкульт, привет! Это уже полюбившаяся вам рубрика «Вопрос-ответ». В прошлые разы мы рассмотрели с вами темы «Можно ли расширить талию из-за приседаний, из-за становых тяг?» «Как совмещать сауну в тренажерный зал?» «Можно ли посещать бассейн после тренировки?» «Как убрать живот?» А сегодня мы с вами поговорим о суперсетах. Очень часто мне приходит в комментариях вопрос о том, можно ли выполнять суперсеты. Друзья, вы знаете, кто смотрит мои видеоролики, что я категорически против любых упражнений, которые идут одно за другим без отдыха. Во-первых, это не бодибилдинг, и во-вторых, это убивает сердце. Действительно. Почему кроссфит один из самых вредных видов спорта? И больше всего спортсменов умирает сейчас именно на кроссфит-играх. Об этом, кстати, мало говорят по телевидению, но очень много информации в сети. Можете посмотреть, проверить, если кто мне не верит. Именно по этой причине я не рекомендую делать суперсеты. Это раз. Второе. Если вы делаете суперсет, неважно, для примера возьмем руки, да? Если вы делаете одно упражнение на бицепс, после этого сразу же делаете другое упражнение на бицепс, и между этими упражнениями нет отдыха, это будет называться суперсетом. Но если вы делаете упражнение на бицепс, а потом на трицепс, или на трицепс, а потом на бицепс, и между этими упражнениями нет отдыха, это тоже называется суперсет. Я против таких суперсетов и для парней, и для девчонок. И ни в коем случае нельзя делать такое натуральным атлетам. Какие суперсеты крайне полезны, и я настоятельно рекомендую их делать. Я сам их делаю, делают мои ученики. Самые полезные суперсеты – это те упражнения, неважно какие, между которыми есть 30 секунд, минимум 30 секунд отдыха. И лучше всего совмещать мышцы-антагонисты. Не мышцы-синергисты, которые работают совместно. К примеру, не тренировать бицепс, потом опять бицепс. Нет, это не работает для натурального атлета. Лучше всего тренировать трицепс упражнения, потом упражнение на бицепс. Либо упражнение на бицепс, отдых, упражнение на трицепс. Во-первых, если вы будете тренироваться по такой схеме, она скажется на вас гораздо лучше, чем классическая схема суперсетов, по той простой причине, что в каждом из упражнений вы сможете взять более серьезный вес. Ведь согласитесь, когда вы устали от одного упражнения и без отдыха переходите к другому, у вас повышается не только риск травмироваться, но и отдача от тренировки, потому что вес во втором упражнении по-любому будет меньше, хотите вы того или нет. Хоть усритесь, не сможете вы сделать с привычным рабочим весом то упражнение, которое будет идти вторым. Но при моем варианте тренинга вы с каждым упражнением сможете поработать на 100% и выше. Совмещайте так грудные мышцы и спину, бицепс и трицепс, квадрицепс и заднюю поверхность бедра, и вы действительно получите колоссальную отдачу от ваших тренировок. Единственное, что нужно понимать, как грамотно совмещать эти тренировки в своем тренировочном цикле. Не забывайте о том, что тренироваться нужно при помощи периодизации, точнее придерживаясь системы периодизации. Когда на каждую новую тренировку, на одну и ту же мышечную группу, вы выполняете различные тренировки, основанные на разных типах мышечных волокон. Напомню, что у нас всего три типа мышечных волокон. Гликолитические, окислительные и между ними промежуточные. Так вот, если вы грамотно строите тренировки, а натуральному атлету только так следует тренироваться, то вы никогда не перетренируетесь, а перетренированность – это первый враг нашего прогресса, да и вообще здоровья. Вы всегда будете прогрессировать. Об этом у меня есть очень много видео и статей. А для тех, кто хочет более грамотно понимать, как составлять свои тренировки и при этом сильно не париться, у меня есть закрытая платная группа, где я на каждую новую неделю выкладываю новую тренировку, основанную как раз-таки на различных типах мышечных волокон. И каждое из мышечных волокон мы тренируем на силу, на массу
и на выносливость. Да, не забывайте, что выносливость – это тренировка мышц определенным образом на то, чтобы в них появлялось как можно больше митохондрий. Только таким способом вы можете усилить свою выносливость. Причем любой человек за 2 месяца при грамотном тренинге может выйти на пик своей собственной выносливости. Друзья, не забывайте об этом. Надеюсь, вы поняли, что такое грамотные суперсеты и как их выполнять. Увидимся в следующий раз. Не пропустите, в следующий раз я отвечу на вопросы, часто задаваемые мне вами в комментариях, в группе ВКонтакте, на сайте моем, в Инстаграме. И следующие темы, которые мы с вами затронем, это как оценить программу ту или иную тренинга, подойдет ли она вам именно как натурально тренирующемуся атлету. Это очень важный момент. Также затронем миф, несмотря на то, что у меня уже есть статьи и видео об этом, о типах телосложения, эктоморф, эндоморф, мезоморф. Не пропустите, думайте всегда головой, правильно питайтесь, грамотно тренируйтесь, адекватно восстанавливайтесь. Будет вам тогда сила, масса и здоровье. Увидимся в следующий раз.